воскресенье в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Температура днем плюс 3, плюс 7, ночью 0, плюс 1 градус. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурный день, днем плюс 4, ночью плюс 1 градус, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 5, ночью 1 градус выше 0, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 4 градуса, ночью нулевая температура и снег. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.